Ребят, всем привет. Как вы поняли, сегодня будем оживлять вот эту вот газельку. Нам сказали просто, она не заводится. Качается. Ты не слышишь? Здесь тоже пищит. Ну это там пищит, под капотом я слышу, а здесь нет. Нет, здесь все идет, пищит. Я вообще грешил, сначала думал, может тут электрическая масса сделана. Они же отказывают. Искал, не нашел. Это нам защитими. Нет, это я тут нажимаю. Ну, ищу, мало ли, может, секретка какая есть. Она даже лишний схватывает. Тут магнитола почему не включается. Сейчас вообще проверю, если бензин показывает полбака по датчику на панели приборов. Но проверим лучше таким способом. О, смотри-ка, полбака есть. Бензин есть. Вот она, бля. Люху нашел? Да. От блока сигнализации идет? Ну да, вот она. Ну, давай ее вынем. Да, кусок проволоки. Так должно быть. Ну-ка попробуй это. Может просто другое реле поставить, рабочее. Ну вот ты нажимаешь. Это на бензонасос, да? Да. Точно. Ну-ка, включи зажигание. Зажигание включено. Выключи. Ну-ка, включи. Зажигание? Да. Ну, значит, работает. Ну да. Рабочее. Он постоянно почему-то работает. Он может просто долго. А, да, я тут отключился. Все нормально, значит. Значит, нихуя не сигнализация. Может вот эту попробовать? На модуль зажимать. Может модуль наебнулся. Вон этим-то. Да. Прям вон, три контакта и два там. И что ты хочешь? А вообще есть ли питание здесь? Плюс есть. Минуса никакого нет. Да, ты включи зажигание. А, Миха, оно включено. А выключи. Выключил. Что сделать? Да, сейчас, погоди. Кручу. Ну что, есть минус? Крутить? Да. Ну
Включи и зажигай. Останься включенным? Нет, включи просто. Включил. Ну-ка давай пробуй. Сейчас. Еще раз пробуй? Да. Сигнал управляющий не приходит. А как уж? Да. Мех, она как в защелке. Да, я понял. А, я понял. Снимать. Реле, значит, мы исключили. Оно ни при чем. Которое от блока сигнализации идет. Оно идет на топливный насос. Все работает. Сейчас датчик коленвала новый купим и попробуем. Скорее всего, он. Пока поехали за датчиком коленвала, на всякий случай проверим модуль зажигания. В правильном ли порядке стоят узковольтные провода. Возможно, кто-то у нас ремонт делал, возможно, их и неправильно и поставил. Проверим на всякий случай, чтобы потом ложных ошибок у нас не возникало. Так, вот новый датчик. Ну, около 1000 рублей он стоит, 700. Сейчас будем вставлять, пробовать. Попытался прочесть. Здесь ОБД есть разъем. Пожалуйста, вот он 16-пиновый. Подключил ELM-327. И нифига, вот по этой программе она не может связаться с ИБУ. Ну сколько уже полчаса она думает, нифига, короче. Потом попробовал вот этой программой зайти. OpenDiag. Сейчас выключу. Выключил. И нифига, короче. Она тоже, оно соединяется, но пишет, типа, заплатите там сколько-то денег, переведите на какой-то счет. Ну, я это не делал. Так что сейчас попробуем просто датчик коленвала воткнуть и посмотреть, заведется или нет. Пробуй. Ну, малышка, завелась. Но уже пыхает. Короче, да, давай свечи посмотрим. У нас подсел аккумулятор. Сейчас бустер подсоединили. Мих, попробуй. Должен завести. О! Все. Оживление газели произошло. Че, аккумулятора не хватает? А давай сейчас это. Ну-ка, подожди-ка, а поплотней. Ай, блядь. Нагрелась клемма? Да какая клемма? Я вон хомутом ужалила меня. А ну-ка. Не, не хватает. Сейчас просто померить на нем. Хотя я его, считай, заряжал, блядь. Так, ну что, давай еще раз заводи. А, подожди. Все, включил. Ага. Так, посмотрим вольтаж. Вот я включил. Посмотрим, сколько у нас зарядка. Ну, 13,4. А в принципе нормально. Просто автомобиль давно не заводили. Говорят, месяца два. Ну, конечно, здесь все отстоялось. Аккумулятор сдох. Ну, крутил, но слабовато. Ему не хватало. Поэтому бустером он раз и завелся. Ну и датчик коленвала, конечно. Его поменяли на новый. Вон он стоит. Ну, вы видели, да? Горячий патрубок. Все, его заменили. И что еще было? А, да. И машина завелась. И на модуле зажигания высоковольтные провода. Все в правильном порядке стоит. Все нормально. Машинка у нас все работает хорошо. Чек это не беда, потушим. О, горяченький дует, все. Ну да, автомобиль уже прогрелся, вот он, почти 90 градусов.
все нормально. Так что, ребят, вот такое вот оживление. Сами все видели, в чем проблема. Ну, датчик коленвала, он, наверное, уже подходил к концу. Плюс его пытались еще заводить. Я не знаю, почему они не догадались про датчик коленвала. Мы его даже не смогли прочитать. Ну, вернее, я не стал платить деньги, чтобы прочитать, что за ошибка. На свой страх и риск купили датчик коленвала, поменяли его. Все. Сейчас тачку заглушили, сейчас попробуем завести. Как у нас аккумулятор подзарядился, она сейчас поработала, постояла. Но все, значит, аккумулятор в порядке. Его просто надо зарядить хорошо. Ребят, прошла целая ночь. Хочу попробовать утром завести газель. Ночью у нас минус 2, минус 3 градуса. Давайте посмотрим, как у нас аккумулятор вообще. Хватает его ли на ночь. Ну, надеюсь, заведется. Блин, это вот удобство русских автомобилей, это капец. Чуть джинсы не порвал. Ну, пробуем. Вот, осол в печке забурлил. Печку мы нафиг выключим. Ну что, погнали. Не, она крутит, стартер крутит, но нифига не заводит, не хватает пускового тока вот этого. Давай, родной. Не, нифига. Надо, короче, опять с этого, с бустера запускать. Ну, последний разок. Сейчас уже вечер настал, аккумулятор на зарядку воткнули с утра, вот он целый день погоняло его. Сейчас посмотрим, заведется или нет. Неси бустер, попробуй. Так, где у нас тут минус, где плюс? Я тебе скажу, когда, Вов, подожди. Ну, сейчас проверим. Давай! А еще разок. А еще разок попробуем. Друзья, настал следующий день, опять же утро. Короче, вчера с утра у меня машина не завелась, поставили аккумулятор на зарядку, целый день он стоял, и к вечеру мы решили завести. Сначала завели без бустера, но стартер крутит, но нифига не заводит. Подключили бустер, тоже нифига не заводит. Короче, у нас на уме две проблемы. Либо это модуль зажигания одновременно с датчиком коленвала вышел из строя, либо все же у нас, знаете, какая идея? То, что мы купили новый датчик коленвала, он неисправен. Он поработал буквально, вот машину завел и все. Через сутки он уже не работает. Поэтому сегодня мы покупаем новый датчик коленвала. Да, вы не ослышались. Бывает такая проблема, что покупаете датчик, а он не рабочий. Покупаем еще один датчик коленвала и пробуем заводить автомобиль. Еще такая мысль у меня возникла, не знаю почему, но я почему-то грешу вот на этот предохранитель, ну на эти два предохранителя, вернее вот на эти контакты. Больно здесь как-то все заржавело немножко, подокислено. Я, короче, сейчас сниму и почищу наждачки вот здесь. Случился у меня вот такой небольшой форс-мажор,
меня предохранитель пополам разорвало. А получилось как? Я думаю, сейчас я сниму гайки все, и тут все контакты почищу. А эти гайки настолько здесь закисли, что я начал откручивать. У меня прям вот эта сторона предохранителя чпок вот так и разорвало ее. Ну, смотрите, здесь вон ржавчина, окисления какие-то. Сами контакты, кстати, я уже вот эти все гайки, все вот эти шайбочки, я уже их зачистил. Но было капец. Вообще, вариант какой? Сейчас прямо в магазине вместе с датчиком коленвала купим вот эту вот всю площадку, поменяем. Не нравится она мне здесь. Грязная какая-то. Купили мы запчасти наши. Вот, смотрите. Блок предохранителя, который у меня накернился, который я поломал, решено было купить новый. Он стоит копейки, 185 рублей. Так что меняем его полностью. Пусть тут все новое стоит, ничего ржавого нет. Продавцу говорим, датчик коленвала дайте нам. Вскрываем его, а он вот он как выглядит. Смотрите. С металлической по центру штукой. Пожалуйста. Разъем точности такой же, как на распредвале на датчике. Мы говорим, так, а нам короткий. Он говорит, нет, датчик коленвала только с таким белым проводом, с длинным. А с коротким это датчик распредвала. Здесь-то мы, короче, и смекнули, что мы открутили датчик распредвала. И автомобиль-то у нас, в принципе, завелся на новом датчике. А вот потом опять раз и все. Сколько ни масла, и он не заводится. Короче, мы заменили всего лишь датчик распредвала. На новый поставили. Старый, возможно, тоже уже к концу подходил. Поэтому мы автомобиль не могли завести. А вот теперь мы будем менять уже точно датчик коленвала. Кстати, датчик положения коленвала стоит 742 рубля. А датчик распредвала 700 рублей, по-моему. Чуть подороже. Не знаю, тут уже он изолирован, этот провод, блядь. Может, тут что-нибудь фишки. Короче, на разъеме обнаружили вот такую штуку. Гофру сняли, и вот тут такая вот беда. Там на самой фишке провод уже изолировали. И вот он голый торчит там, без изоляции. Сейчас попробуем просто пошевелить и покрутить. А, ну сейчас сначала эту херню заменить надо. Сам датчик коленвала, значит, разъем, вот он, вот здесь вот. А сам датчик коленвала, он там, он внизу, короче. Где он тут, задающий диск? А, вон он, видно его. Вон отверткой показываю. Вон там он, задающий диск, и вон его видно. Только вот туда подобраться, только если вот отсюда вот, из-под низа его менять. Короче, сейчас сделаем, попробуем завести. Все, значит, эту херню я поменял. Все подзатянул, контакты все зачистил. Все четыре затянул, все целое. Сейчас крышкой закроем и остается датчик поменять. Сейчас попробуем позаводить и потрогать вот эти вот провода. Вот этот оголенный провод. Возможно, тут не контакт на датчик коленвала. Может, поэтому только не заводится. Чё? Ничего не происходит. Еще разок. Бесполезно. Ну давай еще разочек. Нет, стрелка тахометра лежит, вообще ничего не делается. Стрелка тахометра даже не подпрыгивает. Нашел я место, чтобы подлезть сюда. Вот. Вот он датчик, я пальцем показываю. Не знаю, видно вам, нет. И вот на ощупь пытаемся его открутить. Короче, капец как неудобно. У меня аж пальцы замерзли. Сейчас, короче, я вот эту защитку отогну немножко сюда, хоть доступ нормальный будет. Вот он, видно его. О, руками пошел. Есть. Да. Так, я его вытащил, Ме. Ну, давай вниз тащи. А, вниз? Нет. Тащи. Тащу.
О! Бум! Победа, блядь. Вот он наш датчик коленвала. Здесь металлическая херня, видите, посередине. Она круглая. У нас прямоугольная, но разницы нет. И вот такой же этот. О, так фига себе. Он плавился. Видишь? Может из-за этого. Может из-за этого, да. Короче, чтобы его запихать, надо еще умудриться. Надо именно в определенном месте его засовывать. Чтобы он там на шкив не попал. Еще и сам провод этот длинный закрепить надо. Тоже на хомут. Чтобы он также не плавился, как старый. Почти схватил. Прихватил. Только подожди, не тяни, я его сейчас этот возьму, сам датчик. Ага. Взял? Да. Так, все. Так, тяни. Оп, оп, все. Подожди. Ну ты его вставляй там. Все, надо. Все, сейчас. Так, датчик сам попал. Теперь его только осталось нам ключик его подзатянуть. Конечно, удобство российского автопрома — это капец. Желает вставлять лучшего. Вставляет желать лучшего. Что-то херню какую-то сказал мне. Ну что, пробую. Не включил. Сейчас посмотрим, что с датчиком коленвала нашим. Так, завожу. О-о-о! С первого раза. Конечно, дело в датчике коленвала. Тем более старый он, походу, на массу что ли перемыкал, или хрен знает. Поэтому он пук и все. А то смотрите, как часики двигатель-то завелся. Короче, чтобы не повторилось вот такой фигни, видите, да, все оплавлено. Отпускной коллектор. Да, конечно, вон изоляция это. В двух местах сразу. Так, а он видишь, это? Он дубовый, да, уже, видишь? О, бля. Видишь, как ломается? Он не гнется нахуй. Все, ёпта. Ну да. Короче, датчик распредвала мы, наверное, зря поменяли, но... Хрен. Этой машине хуже не будет. Хуже не будет. Так что датчик распредвала новый. И проблема — датчик коленвала. Так, вот так вот его, блядь, между шлангами. Чтобы он не стремился туда, к этой хуйне, блядь. Как его? Миха, пикать много придется. Ну, без мата никак с нашими машинами. Чё? Без мата их можно только поджечь. Все, как-нибудь его так вот. Да вот, вот, вот за этот, наверное, лучше. Да не, вот хомутом вот, а, ну да, постегнуть, да, да. И все, он никуда. Мимо генератора идет, ничего. А, ну все, теперь он ничего не касается. Да. Сейчас попробуем без пускового устройства. О, значит, дело не в аккумуляторе. Ну хотя он, наверное, тоже вряд ли его так кто-то когда-то заряжал нормально. Его бы тоже не мешало подзарядить. Так что вот, все. Эту херню все зачистил, поменяли блок предохранителей. Нашли самую главную проблему — датчик коленвала. Ну, я вообще в шоке. Ну, конечно, мало кто задумывается об этом, что когда меняете датчики, чтобы они не касались корпуса автомобиля. Ой, корпус автомобиля, я говорю, корпуса двигателя. Сейчас мы вот эту херню заизолируем. Ну, провод вернее. Видите, да, в каком он состоянии. Тут контакт есть хороший, но... изолировать обязательно надо. И сам датчик вот так вот как-нибудь закрепим на этом шланге, чтобы его там не грело нигде, а впускной коллектор. Так, вот так у нас получилось. Хомутом на шланг затянули, заизолировали все. Все, давай пробуем. Все, часики. Мужики, все, починили нашу газельку, завели. Вот смотрите, обращайте внимание вот на такие вот мелочи. Вроде мелочь, да, провод длинный, а видели, да, он касался впускного коллектора. И все, и у нас тут получается что, сжёное, и все, и капец. Ну и сам датчик еще, наверное, к концу уже подошел. Сейчас, как часики, все завелось, все работает, все отлично. Так что мы тоже ошиблись, блин. Поменяли, вынули датчик, а датчик-то распредвальный.
У них вот этот задающий диск стоит вообще в другом месте. Мы что, об этом-то и не подумали. Ну ничего, кто не ошибается, тот ничего не делает, правильно? Все, так что автомобиль теперь будет ездить. Сейчас еще давайте попробуем разочек завести. Чек у нас, интересно, горит или пропал. Аккумулятор я отсоединял. А, нет, все, чека нет. Ну, заводим. Все нормально.